Университет ставит себе задачу воспитания гармоничной личности, человека культурного образования, прежде всего воспитания и обучения. Вот, воспитывать можно только на наших произведениях искусства. Спасибо вам за ваш тяжелый, но такой прекрасный творческий труд. Спасибо за теплые слова, за то, что вот все собрались. И большое спасибо за предложение сделать эту выставку. Спасибо Академии, спасибо тем, кто устроил эту выставку и сделал эту замечательную экспозицию. Я первый раз в своей жизни открою вам секрет. Я не участвовал в развеске своих работ, мне было интересно. И как раз для меня это тоже был эксперимент. То есть увидеть, как смотрят мои работы другие люди, как они между собой как их взаимодействуют, вот, ощущают. То есть, по сути дела, я тоже, получается, что я посетитель выставки. То есть я смотрю свои работы, на свою работу другими глазами. Так. 3-4, давай. Несмотря ни на что, продолжать творческий процесс.